Сейчас я расскажу эту историю в третий раз. Я рассказывал в одном фильме, я рассказывал ее в одном вебинаре. Ну, вебинары пятый год, 2018 мы с вами дружим. Поэтому пришла пора повторить. Дело в том, что это один из важнейших моментов, и я вынужден об этом сказать. Я не подготовил фотографии, вы их все видели. Видели гниющее основание штамба, видели глубоко закопанные косточки, которые потом сгнивали или не сгнивали. И вот я сейчас про эту историю рассказываю. 5-10 минут. И никуда нельзя, нельзя, нельзя. Вот. Это соседняя тема от таких вот нескольких тем зависит, будут ли у вас сады, те, кто, может быть, впервые включился или недавно со мной, но уже поверил. Звонок, Валерий Константинович, я уже как автомат, как этот, как магнитофон. Валерий Константинович, у меня взошло 40 ваших косточек. Прекрасная саженцы выросли. Железо расцвел, знаете, как майская роза. Но вы знаете, половина из них погибла. Я немножко притух. Чтобы манжурец погиб, да это почти невозможно. Ну, добавил слово замерз. Но это принято всегда так. Дальше хуже, дальше как в сказке, страшнее. Вы знаете, Олег Алексеевич, вы вот нас убеждали, а это тоже старый кадр из наших. Вы убеждали, что самое лучшее вырастить на месте и никогда не пересаживать. А пересаженный саженец, меня цитирует, меня Железов, пересаженный саженец – это инвалид, любой. Я говорю, ну да, а что? А вы знаете, у меня все растущие на месте, я их не стал пересаживать, 20 штук, все погибли. А пересаженные, которые вы называете инвалидом, все живы, я их пересадил, они все 20 живы. Вот это был шок. А я-то уже продавал, я уже учил, я уже про гряды, я уже про косточки. Но тогда еще в голове была не каша, а еще все было, вы знаете, чтобы далеко не отвлекаться, включаю я 2 дня назад вот эту передачу «Усадьба», да? А нет, вру, там другое совсем рассказывали. А прислали мне ссылку. Вот посмотрите там, как замечательная семья, и какие у них абрикосы прекрасные. И каждую веточку прищипывает, то, чем я борюсь, да? Вот. И получается, что я к этому шел много лет, и так же там, еще в голове какая-то каша, ведь научен был, как все, резал, отрезал нижние скелеты ветки, как все. Я тогда 3 дерева угробил первое, как вспомню, до сих пор слезы на глазах. Вот. То есть еще до конца не сформировано, но уже то, что на месте, это дураку понятно, он должен быть, а они мертвые. И тогда я на другой день звоню, говорю, скажите, вы как косточки глубоко закопали? Она говорит, ну как все, там было написано 7-8 сантиметров. Я говорю, а, здрасте. А вы у меня где-нибудь читали про это, а то, что надо закапывать, чтобы у него эта корневая шейка была снаружи. Вот. И вот человек говорит, нет, я закапывала поглубже. Ну все, с этим вроде бы решено. Она загубила их. А поливать, да, что вы, как это? Чуть ли не каждый день. Вот, загубила. А те, которые пересадила, у нее живы. И теперь представим себе. Выкапывает она загрубленный саженец. И перед ней вся картина. Вот они корни, ну, допустим, мы вернулись сюда. Давайте, вот это чужая фотография, вот это моя. Вот. Допустим, когда выкопали этот саженец, она выкопала. Теперь она уже, вот допустим, она была вот так закопана. За год сгнить могло и не сгнить. За первый год, правильно? Это же потом у нее погибли. На второй, третий год. А допустим, вот так было. И так и под землей развивается, она засядет под землей. И выкопав, она спасла их. Она теперь просто прикапывала по уровень корней. Вот. По уровень корней. Вот такая простая отгадка. Погубила непересаженная и спасла
Вот таким путем. Теперь я это использую в своих лекциях. И вот это вот преждевременное. Это то же самое, как преждевременная обрезка. Пересадка преждевременная. Это все одно и то же. Все одни и те же проблемы. Итак, о позе пересадки при большом количестве. Вот тут получается так. Сами питомники глубоко закапывают, но потом они попадают к вам. А помните, я вам показывал саженцы с рынка, у которых полугнилая корневая в районе корневой шейки. А это уже они до конца не загубили, успели вам продать. А дальше, ну, получается это. Получается, что теперь каждому решать, смотрите, как закапывать. Вот он выкопал, теперь уже ясно, что глубже не закопает. Надеюсь, не закопает. Вот. Ну, идем дальше. А, вот это слово идиотское было, когда уже не называю телеканал, меня чуть это тапком не кинул в экран. Там было сказано, садить надо от того, где начинают, где корни, то есть вот так показывают. И 5, цитирую, можно 5-6 сантиметров выше, и блуждающая корневая шейка найдет свое место. О том, что корневая шейка усеется генетически, обозначена для того, чтобы выживать в самых диких условиях. На границе сред многократно увеличивается агрессия, нагрузка среды на живой организм. Как можно было вот так вот взять, ляпнуть, не имея ни малейшего понятия? Блуждающая. Уже впервые услышал, уже думал, все знаю. Уже всю дурь, какая придумана людьми, уже и вам рассказал все. Это же скоро 200-й вебинар. Уже вам все рассказал. Нет. Блуждающая корневая. Это же придумать такое. То есть посадил вот так, ничего будет жить. Сдохнет. И довольно быстро. Сколько их выкопал? Сколько садов объездил? За моими плечами такое наблюдение, такой опыт. Поэтому я могу себе вот так позволить называть это дурью. Блуждающую корневую шейку. Дальше. Письмо не закончилось. Можете ли прислать контакты последователей с действующими садами? Хочу прямо созвониться, пообщаться вживую. Может, в гости съездить, если есть кто-то поблизости. Давай, чтобы сильно элементарным вопросом не отвлекать. Кстати, отвлекайте. Благодаря вашим письмам вебинары состоят. Очень надеюсь на ваш ответ. Спасибо за ваш глубоко недооцененный общество труд. Ну, что есть, то есть. Вы оценили уже неплохо. Теперь, где у меня там живете? Тюменская область, правильно? Вот. У меня и в Тюмени, и вокруг Тюмени десятки садов, где растут мои деревья. У меня есть один страшный недостаток. Память ноль. Раз. Сразу не вспомнил ни одного. Я помню 10-20 человек, это которым суждено, если наши придут, я не имею в виду революции, наши придут в садоводство, то эти 10-20 человек, 30, смогут все переделать. Каждое, знаете, ко мне есть такой Маргаренко, вы кино увидите, оно тоже снято было. Сегодня я сидел в этом самом, как он называется, который там с крыши этот самый, значит, беседки, вот, поставил, включил громкую связь и включил свой этот самый, включил запись. Вот, и когда мы с ним поговорили, когда оказалось, что он все знает, все понимает, и много лет, и не хуже уже меня, и у него результаты, и город Шарыпово, а это где-то километров 300-500 на север, я ему говорю, все, гражданин Маргаренко, я вас назначаю смотрящим за центром Сибири. Придет время, вот есть агроуниверситет. А этот агроуниверситет, где-то вы, может быть, студентам будете лекции читать. Так же, как я говорю, там где-то в Москве должен лекции читать Макаров. Вот. На Урале, в Челябинске, Свердловске. Вот, там должен, конечно, Николай Георгиевич, читать. Ой, господи, вы видите, как старею, своего лучшего друга фамилию чуть не забыл. Ой, Николай Георгиевич, Николай Георгиевич. Ой, господи. Сергеев, ну, Сергеев, гигант
Вот. Я на таких людей последних из Магикан я называю штучными изделиями. Вот. Этот смотрящий за Уралом и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И тогда, когда мы переучим всю страну, а мечтать не вредно. Поэтому я для чего все это говорю? Значит, именно в вашем районе я сейчас сходу не могу никому сказать. Мой совет такой. Когда мы перейдем на вторую часть вебинара, там, где вопрос-ответ и переписка, вот там скажите, кто живет рядом, примерный адрес там, Тюменская область, т.т.т. Вот. И приглашайте пообщаться. Те, кто уже что-то имеет, какие-то результаты, вам же нужно не просто общаться, вам нужно еще и чей-то опыт перенимать, правильно?